Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на площадке информационного агентства «Россия ТАСС», где в эти минуты начинаем пресс-конференцию, посвященную подведению итогов работы российской государственной цирковой компании, Росгосцирка и цирковой отрасли в 2023 году. И поговорим о планах на год грядущий, об итогах работы цирковых организаций в уходящем году, наиболее знаковых мероприятиях, российских и зарубежных гастролях и ключевых событиях следующего года. Поговорим с нашими спикерами, которых я с удовольствием представляю. Все они находятся сегодня здесь, в пресс-центре ТАСС. Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Сергей Григорьевич, вновь рада вас видеть в наших стенах. Приветствуем генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный. Эдгард, рада вас вновь приветствовать с нами. Директор и художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк» Гейрадзе. Гейрадзе, заслуженный артист России. Гей, добро пожаловать, рада вас видеть. Со мной рядом директор Центра циркового искусства Дарья Костюк. Чуть позже к нам присоединятся еще гости. Для зрителей напомню, что мероприятие у нас идет в онлайн-формате тоже. Нас можно смотреть на страничке анонса, сайт tas.ru, раздел «Пресс-центр» и ВКонтакте, официальной странице «Пресс-центра ТАСС». Пожалуйста, присоединяйтесь. Для СМИ в зале. Во второй части нашей встречи справа и слева микрофона можно будет задать вопросы нашим гостям. Знаковым был год для Росгосцирка, для цирковых организаций. Давайте посмотрим небольшой, очень атмосферный ролик и поговорим чуть подробнее о программе следующего года. Внимание на экран. Росгосцирк – крупнейшая цирковая компания в мире. Впервые в истории сразу 4 международных фестиваля в год. В фестивалях Росгосцирка принимают участие представители 30 стран мира. Первый цирковой фестиваль «Обыкновенное чудо необыкновенных детей» стал новым словом в инклюзивном искусстве особенных детей. Санкт-Петербург уже во второй раз принял международный фестиваль «Без границ», вновь ставший триумфом российского цирка. В Саратове в девятый раз прошел единственный в мире женский цирковой фестиваль. Фестивали Росгосцирка – это драйвер популяризации циркового искусства в детской и молодежной среде. Впервые в постпандемийный период Тулов говорит на языке мира и встречает одноименный цирковой фестиваль. Каждый профессиональный конкурс позволяет установить новые международные связи в области циркового искусства. Режиссеры фестивалей Росгосцирка, заслуженные артисты России Гия Эрадзе и Елена Петрикова. Сергей Григорьевич, вам, конечно, я первому хотела бы слово предоставить. Как всегда, впрочем, 2003 год оказался очень насыщенным и богат на события в цирковой отрасли, в сфере циркового искусства. Какие и сколько было этих событий, какие вы могли бы наиболее знаковыми отметить? Вообще, каковы, скажем так, итоги года уже практически завершающегося для Росгосцирка? Поделитесь, пожалуйста, и, конечно, о планах на 2024 год тоже будем говорить вам слово. Добрый день, Ирина. Крайняя правая кнопочка, микрофон. Угу. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые журналисты, коллеги. Мы действительно, компания «Росгосцирк», очень старались в этом году, и нам действительно есть чем, можно даже так сказать, такое нескромное слово, хвастаться. Да, мы подвели сейчас итоги уходящего нашего 2023 года, и я хотел бы с этими итогами поделиться и с вами. Итак, дорогие друзья, по состоянию на 1 декабря мы провели 2479 представлений в 30 цирках нашей компании за прокатный сезон, начиная с 2023 года, с января месяца. Пока еще год не закончился, поэтому я думаю, что уверен, что более 2500 мероприятий пройдут по нашим циркам. Это несмотря на то, что 5 филиалов компании «Росгосцирк» в этом году закрылись на капитальный ремонт. Мы этим очень гордимся, и к этому я перейду чуть попозже. Итак, среднее количество мероприятий на один цирк увеличилось на 5%. Более 3 миллионов зрителей увидели представления в цирках компании. Существенно вырос средний показатель заполняемости зрительных залов в цирках. В прошлом году он достиг рекордных 57%. А в этом году, я сам
восхищен теми цифрами, которые есть на сегодняшний день. Это 69% средней заполняемости зрительных залов по нашим циркам. От Владивостока до Санкт-Петербурга на севере нашей страны и до Сочи на юге. Каждый филиал показал рекордные 69% посещаемости. За 9 месяцев 2023 года финансовый результат, прибыль от самостоятельного проката по отношению к аналогичному периоду 2022 года увеличился на 26%. И прибыль в этом году достигла 277 миллионов рублей. Это не говоря о том, что у нас есть еще декабрь. Декабрь – это новогоднее представление, эта прибыль будет значительно больше. Такой результат, конечно же, стал возможным благодаря улучшению качества цирковых программ. В этом году Российская государственная цирковая компания впервые в своей истории провела сразу 4 цирковых фестиваля, каждый из которых имеет статус международного. В международных фестивалях Росгоцирка приняли участие более 500 артистов, завоевав в общей сложности 20 комплектов медалей. Посетителями этих международных событий стали более 20 тысяч зрителей. В социальных сетях аудитория фестиваля Росгоцирка составила 23,3 миллиона человек, а охват аудитории в средствах массовой информации – 83 миллиона человек. Поэтому можно сказать, что каждый взрослый житель нашей страны получил информацию в средствах массовой информации о цирке. В этом году мы провели масштабные гастроли на новых территориях России. В Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике состоялось уже на сегодняшний день 170 представлений, на которых побывало более 200 тысяч зрителей. Все вырученные деньги от продажи билетов мы оставили в цирках в Луганске и в Донецке на восстановление и на какие-то ремонтные работы этих предприятий. На сегодняшний день в Луганском цирке работает наша программа, одна из лучших программ компании «Росгоцирк» под руководством единственного в мире дрессировщика без ног Виталия Смоленца, моего земляка, сам он родом из Донецкой области, из города Харциска, и на сегодняшний день он с гордостью представляет нашу компанию в Луганске. Росгоцирк активно развивает сотрудничество с Белоруссией, Казахстаном, Венгрией, Китаем, Турцией. Недавно было подписано соглашение с Никарагуанским институтом культуры. Надеемся, что в будущем артисты из этой прекрасной, замечательной страны Никарагуа будут участниками наших фестивалей. В рамках соглашения с Российской ассоциацией героев, Министерством обороны и местными органами власти компания Росгоцирк оказывает помощь военнослужащим, проходящим службу в зоне специальной военной операции, мобилизованным гражданам и членам их семей. В День России 12 июня в цирках по всей стране прошли благотворительные представления. Их гостями стали дети, жены и близкие участников СВО, а также члены семей мобилизованных граждан. В преддверии Нового года во всех цирках компании начались показы благотворительных представлений для членов и семей участников специальной военной операции. Компания «Росгоцирк» продолжает расширять перечень социально-благотворительных проектов во всех регионах присутствия. Ежегодно 1 июня, в День защиты детей, мы запустили акцию и продолжаем ее, акцию «Цирк детям села», когда из удаленных сел, поселков нашей большой красивой страны приезжают к нам цирк дети на благотворительной основе, а если даже они находятся очень далеко и не могут приехать, тогда наши артисты отправляются в эти села и выступают там с этой благотворительной акцией. Ежегодно в Международный женский день в цирках компании проходит всероссийская акция «Счастливая мама» для матерей-героинь, воспитывающих 10 и более детей. В 2023 году акцию посетили десятки семей в регионах присутствия нашей компании. Цирк детям Донбасса, всероссийская благотворительная акция для эвакуированных маленьких жителей Донбасса. Специальные показы прошли в цирках регионов с большим числом беженцев. Их посетило более 40 тысяч человек. В этом году Росгоцирк оснащает филиалы оборудованием для тифлокомментирования. Это уникальная технология показа представлений с помощью устных комментариев. И проект «Цирк на ощупь» уже осчастливил более 15 тысяч подопечных Всероссийского общества слепых. В 2024 году все цирки нашей компании будут оснащены этим оборудованием, и слабовидящие, незрячие люди смогут получать большее впечатление от наших представлений, чему мы тоже, несомненно, очень гордимся. Также в этом году на манеже Сочинского государственного цирка состоялся первый
первый и единственный в мире инклюзивный фестиваль циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей». Сегодня вы смотрели в нашей презентационном ролике, когда дети, инвалиды выступали в цирке, и это для них, конечно, открытие, цирк-открытие. Столько детей занимается цирковым искусством на сегодняшний день, детей с, скажем так, ограниченными возможностями, что мы провели этот фестиваль и собрали очень большое количество детей в нашей прекрасной южной столице, в городе Сочи. В уходящем году социальное мероприятие Росгосцирка бесплатно посетило более 150 тысяч человек. В 2023 году одновременно ведутся капитальные ремонты и реконструируются уже 8 цирков компании. Федеральное казенное предприятие «Росгосцирк» улучшает условия жизни артистов. В активной фазе находятся ремонты в цирковых гостиницах. Ведется глобальная работа по оснащению новой мебелью и бытовой техникой. Такого рода закупки, не побоюсь назвать эти цифры, за 35 лет впервые мы укомплектовали все наши гостиницы новой мебелью. По всем нашим гостиницам и общежитиям идут ремонты, и мы в 2024-2025 году переведем весь наш жилой фонд, наши артисты все время перемещаются и живут в этих гостиницах и общежитиях, до идеального состояния. В 2023 году для нужд цирков компании закуплены автомобили, автопогрузчики, профессиональное оборудование для уборки. Мы в каждый цирк компании «Росгосцирк» в этом году купили погрузчик, поэтому на сегодняшний день работа нашей униформы, ребят, которые выгружают приехавшие цирковые коллективы, конечно же, будет гораздо комфортней. Проведен обучающий курс в рамках совместного проекта ФКП «Росгосцирк» МХАТ имени Чехова по основам менеджмента для формирования кадрового резерва будущих директоров и административного персонала компании «Росгосцирк». В 2023 году произведена самая масштабная закупка животных. Точно я вам скажу цифру, 151 новый артист, это лошади, собаки, ламы, верблюды, голуби, бизоны, обезьяны, лемуры, тигры, львы, пумы, были приобретены. 151 новый артист в этом году выйдет в манеже нашего цирка. Таким образом, в цирковом конвейере Росгосцирка сегодня выступают уже более 1500 цирковых животных. Мы этим очень гордимся, потому что мы самая большая компания в мире, и у нас самое большое количество работающих животных. Наших близких, членов семей, мы не разделяем животных и артистов на... То есть, понеже выступают семьи. Дрессировщик и артист – это одна семья и животные. Компания «Росгосцирк» запускает первое в мире самое крупное цирковое робо-шоу. Потрясающий результат взаимодействия Российской государственной цирковой компании и компании «Промобот», которая специализируется на создании роботехники. В рамках танцевально-циркового спектакля, получившего название «Вау», 12 полноразмерных роботов перемещаются по манежу, танцуют, взаимодействуют со зрителями. И премьера пройдет в Рязанском государственном цирке уже в эту субботу, 23 декабря. Я сам еду в Рязань, всех вас приглашаю, если будет возможность, приезжайте. На самом деле нам президент Владимир Владимирович Путин дал четкое указание развивать искусственный интеллект, и цирк идет в ногу со временем. Это первое роботизированное шоу, вау, и надеюсь, что, не надеюсь, я уже смотрел генеральную репетицию, мы провели 5 спектаклей для семей военнослужащих, всех, кто находится, ребят, на выполнении специальной военной операции. И это потрясающее шоу, премьера которого начнется 23 числа в Рязанском государственном цирке. Огромное спасибо, ждем вас всех в гости. Спасибо и вам большое, Сергей Григорьевич. Ну, еще будут дополнительные, я думаю, уточняющие вопросы от коллег, но пока народному артисту России Эдгарду Запашному сейчас хотел бы передать слово. Эдгард, ну тоже цирк, который вы возглавляете, тоже был насыщенный этот год, но полагаю, что не менее интересное грядет и 2024. Какие события отметите, куда приглашаете? Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое, что, во-первых, пригласили на эту пресс-конференцию. Хорошая возможность лишний раз рассказать, похвастаться и нашими достижениями, и проанонсировать те события, которые произойдут в следующем году. Ну, я рад, честно говоря,
опровергнуть ту информацию, которая была активно тиражирована партией «Новые люди» о том, что посещаемость в цирках активно падает, и связано это прежде всего с нахождением животных в цирке. Почему-то именно так они эту информацию подали. Значит, только в Большом московском цирке в этом году посетителей было и будет, год еще не закончился, на 160 тысяч больше, чем в прошлом году. То есть мы фиксируем, наоборот, увеличение посещаемости нашего московского цирка. Мне очень приятно отметить факт того, что на протяжении года мы вели активную работу, и международную в том числе. Наши артисты побывали как на международных цирковых фестивалях, так и проводили международные гастроли в Белоруссии, в Туркмении. И активно вели работу внутри страны. В общей сложности мы обеспечили просмотр наших шоу 1,5 миллиона человек. Наше шоу, шоу Большого московского цирка, за год посетило 1,5 миллиона человек. Это в рамках и турне в том числе. Это много, это большой показатель. И надо понимать, что сегодня еще и границы закрыты. То есть я уверен, что с изменением политической ситуации, со смягчением давления международного, наша цифра, цифра наших коллег компании «Росгосцирк» сразу увеличится, очень, очень сильно. Мы ведем очень большую работу, социальные проекты в наших шоу на постоянной основе принимают участие артисты компании «Росгосцирк», и мы проводим совместные мероприятия. В этом году мы не однажды посетили детскую клиническую больницу Морозовскую, Вишневского, Димы Рогачева центр, институт Склифосовского. То есть мы обеспечили большое количество социальных проектов. По несколько раз бывали наши артисты в этих учреждениях. Большая работа проделана для доступа участников и их семей специальной военной операции. Это сделано по всей нашей стране. Это тоже большое, хорошее дело, которое мы не останавливаемся и в дальнейшем будем только увеличивать нашу деятельность. Мы призываем всех наших коллег как можно больше и чаще заниматься этим. Не все, к сожалению, подключились. Я сейчас говорю про шоу-бизнес в целом. Я вижу, что, наоборот, цирковое искусство сегодня является флагманом в этом движении, хорошим примером, но не все наши коллеги с других сфер занимаются тем же самым, поэтому хотелось бы просто-напросто своим примером подтолкнуть и всех остальных. Это очень важно, когда общаешься с бойцами, понимаешь, там, приходишь в больницу к нему, видишь, что, в принципе, он ни в чем не нуждается. Медицинская помощь есть, продукты есть, холодильник есть, полный там. А хочется и эмоционального подъема в том числе. Это очень важный аспект, который мы с вами должны осознавать. Наши артисты заняли серьезное количество призовых мест в разных странах и на разных фестивалях. Сергей Григорьевич сказал, что они провели 4 международных фестиваля. Почти везде артисты Большого московского цирка были участниками. Нам удалось завоевать главные награды на цирковом фестивале в Саратове и Санкт-Петербурге. Также наши артисты посетили 2 международных цирковых фестиваля в Китае. Тоже вы заняли призовые места, выиграть в акробатическом фестивале у китайцев. Это очень сложно. Артистам Большого московского цирка это удалось. Установили сразу несколько мировых рекордов, которые в дальнейшем будут зафиксированы в книге рекордов Гиннесса в том числе. Теперь, чтобы не задерживать ваше внимание, хотелось бы анонсировать возвращение международного, всемирного фестиваля циркового искусства «Идол». После 3-летней паузы
благодаря Департаменту культуры города Москвы и конкретно руководителю Фурсину мы возобновляем наш цирковой фестиваль. Благодарю новое руководство Департамента культуры города Москвы за проявленный интерес к нам. И с 18 по 21 июля на манеже Большого московского цирка пройдет международный цирковой, всемирный международный цирковой фестиваль «Идол». Мы уже получили согласие на участие артистов компании «Росгосцирк», продюсерского центра «Гиерадзе». Буквально, быстро же сарафанное радио быстро работает. Я еще вот сегодня официально объявляю, а буквально за прошлую неделю мы уже получили больше 20 заявок международного уровня. Артисты быстрее узнают через сарафанное радио, что творится у нас в Москве. Уже нам прислали заявки, так что уверен, что после сегодняшнего дня эта активация будет гораздо, гораздо сильнее. И в дальнейшем мы выйдем на уровень, мы анонсируем 15-20 стран, которые примут участие в нашем международном цирковом фестивале. И, Эдгар, это когда? Какие даты? С 18 по 21 июля. Следующего года. К сожалению, из-за уже запланированных гастролей в Самаре, которые были и продолжаются, мы с братом не смогли принять участие в мероприятии, которое организовала Народный фронт. В «Заряде» мы получили приглашение, но, к сожалению, не смогли, потому что два шоу в Самаре мы не смогли отменить. Это было бы неправильно с нашей стороны, тем более в преддверии новогодних каникул. И совместно с компанией «Росгосцирк» мы сегодня хотели бы подписать совместное письмо обращения к руководству администрации президента нашей России о том, что мы поддерживаем выдвижение кандидата Владимира Владимировича Путина на этот пост, присоединяемся к общему движению. Уверен, что под нашим письмом подпишутся все ведущие директора крупнейших цирковых учреждений в нашей стране. И мы это сделаем прямо сегодня. Все остальное я готов буду ответить на любые вопросы, наверное, чуть-чуть позже, после выступления других спикеров. Да, спасибо. Сейчас дадим слово Гиерадзе, директору художественного руководителя и продюсерского центра, и заслуженный артист России Гии. Но тоже, если кто следит за вами в социальных сетях, тоже очень насыщенный год, и так вы всегда очень обстоятельно подходите к подготовке своих шоу, своих представлений. Каким был год 2023 для вас? Какие проекты можете проанонсировать на год будущий? Спасибо большое. Я в первую очередь хочу сказать, что он был очень активный, очень насыщенный, очень творческий. И хочу поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации, лично Ольгу Борисовну Любимову и, безусловно, компанию «Росгосцирк», потому что для нас это большая честь. Наконец-то в России есть фестиваль, который называется «Без границ», потому что цирк не имеет границ. Этот фестиваль был создан и организован после того, когда мы, русские артисты, получили отказ от фестиваля в Монте-Карло. Мы должны были 70 человек вновь ехать на фестиваль в Монако. Это 70 артистов компании «Росгосцирк», наших артистов, где я должен был быть главным режиссером этого фестиваля. И, к сожалению, накануне этого фестиваля мы получили отказ в связи с тем, что вот нас не могут допустить до этого фестиваля. Поэтому в течение 3 часов было организовано, принято решение Министерством культуры России, лично Ольгой Борисовной Любимовой, и компания «Росгосцирк» организовала международный фестиваль «Без границ», где я и моя бессменная, уже бессменная коллега, партнерша, главный режиссер компании «Росгосцирк», мы стали режиссером этого фестиваля, и мы очень рады, что мы уже готовимся к 3-му фестивалю, который также в сентябре пройдет в нашем легендарном цирке Чинизели. Мы очень много сделали всего для этого фестиваля, и делаем, и продолжаем, и будем делать. Созданы и будут создаваться тонны декораций, уникальные костюмы, эксклюзивные. Мы очень рады, что в этом году мы приняли 16 стран на наш фестиваль. И вы знаете, я рад. Я знал и знаю это, и весь мир об этом знает, что русские артисты были, есть
были, есть и будут самыми сильными артистами в мире. Это доказывают всемирные цирковые фестивали. На всех наших фестивалях наши артисты, вот артисты Большого Московского цирка получили золотую награду. И наши артисты компании Росгосцирк и продюсерского центра получили тоже золотые награды. Это говорит о их высоком профессиональном уровне, потому что международное жюри, которое оценивало эти все номера, это высокопрофессиональные люди, разбирающие в цирковой отрасли и в цирковом творчестве. Я очень рад, что в этом году мне впервые посчастливилось, и спасибо большое Сергею Георгиевичу Белякову за возможность стать также с моей бессменной партнершей Еленой Петриковой, режиссером детского фестиваля, который прошел в туре. Это был международный фестиваль, это было тоже очень много стран, у нас было почти 200 детей. И это была потрясающая работа с этими детьми. Мы пригласили ансамбль «Непоседы», наши знаменитые «Непоседы» эстрадно цирковое училище имени Румянцева Карандаша приняла участие в этом. Это был настоящий, поистине детский цирковой праздник, который прошел очень добро и очень значимо для тех детей, которые будут уже готовиться в большое, будущее большого цирка. И вот одну из девочек, ей 15 лет, мы с Сергеем Григорьевичем, спасибо вам, мы пригласили ее в компанию «Росгосцирк» из будущего года. Алиса Вардасанидзе, это девочка, которая получила золотую награду на этом фестивале, будет штатная артистка компании «Росгосцирк». Мы уже начинаем ей готовить новый номер. И на юбилейном фестивале «Принцесса цирка», это будет юбилейный фестиваль 10-й, который пройдет в городе Саратове, мы обязательно покажем новый номер, который уже представит компания «Росгосцирк». И спасибо большое за все то, что происходит в плане творчество сегодня в компании. Мне очень приятно этим заниматься, потому что я этим живу, это моя жизнь, я как творческий человек, я полностью занимаюсь тем процессом, чем я являюсь профессионалом своего дела. Спасибо. Спасибо вам, Гия. Ну, так или иначе, все выступающие, Дарья, сейчас говорили о продвижении, о развитии циркового искусства. И здесь я немножко так издалека, но тем не менее, конечно, спрошу вас про деятельность Союза деятелей циркового искусства, потому что это тоже организация, которая тоже этим занимается, и в том числе благодаря и деятельности, и я скажу, что ее возглавляет народный артист России Аскольд Запашный, который должен был принять участие и в нашем мероприятии, к сожалению, не смог быть, поэтому передаем через Эдгарда ему большой теплый привет от нас с любовью и с теплыми объятиями. Я извиняюсь за моего брата, он не смог принять участие. Всю жизнь приходится, да, брата за брата извиняться? Нет, он пока я здесь, он работает, он на месте не сидит. Ну, конечно, мы понимаем, да. Да, сейчас съемки в кино происходят, и его просто задержали на съемочной площадке. Да, мы понимаем, мы как раз пытаемся сказать, что Аскольд вряд ли где-то просто гуляет, он занят, в том числе и как раз и через подобные проекты цирковое искусство, наверное, полагаю, тоже может продвигаться. Вот поделитесь, пожалуйста, какие бы вы отметили ключевые, скажем так, события в продвижении циркового искусства через Союз и, конечно, Центр циркового искусства, которого вы возглавляете, какие там происходили события, что планируете на будущий год? Да, здравствуйте, спасибо всем большое, что я сегодня здесь с вами. Безусловно, цирковое искусство движется вперед и движется семимильными шагами. И тот союз, который был организован, которому на сегодняшний день уже полтора года, безусловно, не сидит на месте. За короткий срок в союз вступило более чем 1670 человек. Сейчас новые заявления на вступление, на рассмотрение в экспертном совете. И в ближайшем будущем мы передадим направление. Безусловно, в течение этого года велась активная индивидуальная работа с каждым практически из членов союза, потому что внимание важно к каждой судьбе, каждого не только циркового артиста, но и циркового деятеля. У наших сотрудников очень много идей, очень много предложений, которые они в силу того, что многие уже на пенсии, многие просто не настолько смелые, творческие, чтобы заявить о себе. И, безусловно, когда общаешься и лично уделяешь внимание каждому из членов Союза, через волонтеров, через коллег, лично общаешься, очень много новых идей на создание номеров, на создание спектаклей, очень много работы по архивам, потому что предыдущий союз, который долгое время жил в рамках цирковой сферы, конечно, к сожалению, все утрачено, нет ни архивов, от них ничего не осталось. И мы собираем это заново, и очень много
различных сценариев, эскизов, нотной партитуры, которые требуют оцифровки, и в скором будущем мы, безусловно, поделимся с обществом, безусловно, будут создаваться новые проекты, потому что все новое, в том числе это хорошо забытое старое, очень интересно, когда коллеги, ветераны цирка делятся своей жизнью, по сути, делятся с молодежью. Мы не так давно организовывали встречу народных артистов России с студентами циркового училища, и многие из народных артистов захотели даже работать с молодыми перспективными студентами, создавать номер. Некоторые уже сотрудничают, и я думаю, что в следующем году, когда это сотрудничество обретет уже некую форму, мы обязательно поделимся и с вами, уважаемые журналисты и представители средств массовой информации. Союзом в этом году было выделено распределена материальная помощь среди ветеранов, распределена по справедливости. 100 человек получили материальную помощь. Это и малообеспеченные ветераны цирка, это не только артисты, потому что среди цирковой общественности очень много людей, сотрудников, которые более 30 лет жизни отдали цирку. Это и билетеры, грамотные, профессиональные билетеры, от которых зависит не только порядок в зале, от которых зависит и безопасность зрителей в том числе. И мы должны про них тоже, конечно, помнить и помогать им быть всегда начеку, быть всегда, держать их за руку. Это и, безусловно, люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию и были, к сожалению, были травмы. Цирковое искусство, оно такое. Вот девочка буквально недавно в шапито упала и сильно покалечилась, безусловно, Союз деятелей циркового искусства оказал ей помощь, и по сегодняшний день ей уже лучше, мы на связи, мы узнаем, как у нее идут дела, все, слава богу, хорошо. Также 70 человек, молодых, перспективных артистов, получили стипендию на развитие творчества. Очень интересно было, как они реализуют эти средства. Большинство реализуют на саморазвитие, и саморазвитие это заключается, они хотят посещать курсы мастерства актера, дополнительные направления по хореографии. Люди горят своим делом, они хотят, если в рамках цирка у них нет ограничений, манеж всегда есть реквизит, их работодатели их всем обеспечивают, то им хочется развиваться еще и как личность. Многие какие-то курсы по режиссуре хотят взять, чтобы дальше двигаться по карьерной лестнице, и это очень здорово. Это самое что ни на есть развитие циркового искусства, когда артист себя видит не только в рамках того номера, в котором он работает, но и в будущем, потому что век артиста не так долг. Мы все понимаем, что рано или поздно уже сложно будет на высшем уровне исполнять трюки. И наши сегодня молодые и перспективные, которым до 35 лет, они уже задумываются о том, кем они будут в будущем и как, насколько они могут быть полезны цирку и готовы эту самую стипендию потратить на саморазвитие. Также Союз деятелей циркового искусства участвует в проекте «Лица Победы», Музея Победы, всенародный исторический депозитарий. Мы собрали уже более 50 биографий артистов цирка, участников Великой Отечественной войны. И в Музее Победы есть разные направления, разные. А там, например, медицинский полк, промышленный полк. Теперь будет и цирковой полк, так называется наше подразделение в этом, ну, депозитарии, в этом архиве. И на самом деле там очень много интересных историй. Я уверена, что все, кто будет посещать Музей Победы и открывать наши биографии, особое внимание будет уделять, и эти биографии запомнятся им навсегда, потому что даже я перечитывала знакомые мне биографии Льва Осинского, Джигитов Тугановых. Это правда интересно, когда артисты уходили на фронт прямо с манежа, когда они использовали навыки джигитовки и в сражениях не погибали благодаря этим навыкам, когда люди лишались рук и при этом оставались лучшими в цирковом искусстве в жанре эквилибр. Ну, есть какие-то парадоксальные факты, но тем не менее, мне кажется, только цирковой человек может пройти через все это и оставаться на пике славы. И, конечно, мы этим делимся и будем продолжать делиться и в дальнейшем не только в рамках Москвы, но и на региональный уровень выйдем, потому что таких музеев достаточное количество, где здорово будет, если о цирковых артистах будут знать многое.
Что касаемо будущего и перспективы развития Союза деятелей циркового искусства, ну, самый, наверное, громкий проект, который мы хотели бы пока приоткрыть завесу тайны, потому что полностью раскрывать не хотим, это музей, который в следующем году, дай бог, уже будет открыт. Почему так говорю осторожно? Потому что проект очень сложный, он не имеет аналогов в мире. Интерактивный цирковой музей, такого нет нигде в мире. И это будет интересно, это будет интерактивно, это будет уникально. Очень много цифровых технологий будет. Сейчас проекты на стадии утверждения. У нас у самих голова кругом от того, насколько это непросто, насколько сложно, но в команде работают профессионалы, и я уверена, что проект будет реализован на самом высоком уровне. Что касаемо Центра циркового искусства, ну, поскольку Центр циркового искусства является филиалом компании «Росгосцирк», безусловно, мы активно принимали участие во всех мероприятиях, в том числе в подготовке фестивалей. Мы также принимаем участие, потому что весь имущественный комплекс конвейера проходит через наш филиал, через Центр циркового искусства. Было пошито порядка 200 костюмов, приобретены животные. Процесс идет, это здорово. Изготовлен новый уникальный реквизит, с которым в следующем году будут выпущены рекламные ключевые номера компании, на базе которых можно будет создавать новые полноценные проекты. Мы активно сотрудничаем с училищем, цирковым училищем имени Румянцева-Карандаша. Да. И сегодня все артисты, которые репетируют в Центре циркового искусства, являются учениками, студентами, вернее, циркового училища. Это как раз-таки профильное направление. Дети учатся не для того, чтобы не знать потом, что делать со своим образованием. Они учатся и понимают не только в каком жанре, но и конкретно в каком номере они будут работать. И на сегодняшний день мы продолжаем плотно общаться с руководством училища, и идет речь уже о создании новых номеров. Как раз-таки здесь не так далеко отходим от Союза деятелей циркового искусства, потому что эти новые номера будут создаваться под кураторством как народных артистов, так и ведущих деятелей цирковой отрасли, которые долгое время находились на пенсии, но очень сильно скучали по творчеству. Если вкратце, то так. Спасибо большое. Сергей Григорьевич, вернусь к вам еще с одним вопросом, если позволите. В наших стенах здесь же было подписано соглашение с Ассоциацией героев. Можно ли уже спросить каких-то хотя бы предварительных результатов, как продвигается сотрудничество, что удалось сделать, удалось ли хотя бы начинать осуществлять те планы, о которых вы говорили здесь с героем России Шамановым, когда подписывали? Конечно, мы перечислили все средства от проведения международного фестиваля «Без границ», проходящего в Санкт-Петербурге. В Ассоциацию героев России, а это порядка 30 миллионов рублей. Я знаю, видел отчет, куда пошли эти деньги. Конечно, эти деньги пошли на помощь нашим ребятам в специальной военной операции. Мы не останавливаемся на этом. Постоянно Ассоциация героев России и компания «Росгосцирк» проводит мероприятия в поддержку наших воинов, поддержку их семей. Те благотворительные мероприятия, которые проводим мы всегда проводим с Ассоциацией героев. И, конечно же, с нашей стороны идет материальная помощь в ассоциацию. Владимир Анатольевич Шаманов трепетно сам смотрит, как распределить эту помощь. Поэтому, конечно же, да, мы сотрудничаем и продолжаем сотрудничать, и только развиваем наши отношения. Еще один вопрос задам, наверное, он может быть адресован всем коллегам. Когда начинается предновогодняя, ну вот эта суета, елки желаний, ну причем я не конкретно сейчас про елку желаний, но в целом про исполнение желаний, очень часто в пожеланиях есть посещение цирка, посещение там репетиций, хочу зайти за кулисы, причем эти желания не только от маленьких наших жителей, но и от взрослых. Вот насколько в этом году часто ли такие желания в ваш адрес прилетают, насколько успешно, удачно их удается исполнять? Эдгард, я тут спрашиваю, что... Я извиняюсь, я немножко закашлялся. Я спрашиваю как раз про... Голос за Путина отдал. Закашлялся, да. Спрашиваю про то, что достаточно часто, вот сейчас коллегам, достаточно часто
перед Новым годом загадывают желание посетить цирк, посетить открытую репетицию, не знаю, там, за кулисы и так далее, и так далее. Вот в этом году такое же это популярное желание? Насколько часто такие пожелания к вам прилетают, конкретно вот вам, там, Сергей Григорьевич, Гия? Я уверен, что все мы можем похвастаться, что активно принимаем участие, прежде всего, в акции «Елка желаний». Наши руководители, которые вытягивают те или иные пожелания, очень часто сталкиваются с походом в цирк, с общением с животным. Кто-то хочет первый раз увидеть слона, кто-то хочет познакомиться с братьями Запашными, оказаться за кулисами и все остальное. И каждый год этих просьб из администрации президента, из руководителей кабинетов наших министерств, но только множится. И мы этому и рады, и активно помогаем, сотрудничаем, выделяем билеты без ограничения, понимаем важность происходящего. Есть детки, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Вот Сергей Григорьевич говорил и про слабовидящих, и про слабослышащих. Однако это никак не отменяет их детского желания. Мы в свое время с братом приводили тигра Ване Воронову, который практически лишился всех конечностей, почти полностью ослеп. Его желание потрогать тигра, даже не увидеть тигра. Он на тот момент его не мог видеть, потрогать тигра. И мы привели его прямо в клинику тигра. И спустя несколько лет, уже в этом году, Ваня позвонил мне, уже взрослый мальчишка, и говорит: «Эдгард, я вот еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы тогда это сделали. Вы не представляете, как много сил мне это дало, потому что, ну, по жизни ему теперь тяжело. Мы это с вами должны осознавать. И, наверное, какие-то плохие мысли тоже посещали. Вот и все. Но именно вот такие акции, вот то, что желание ребенка вдруг становится осуществимым, придает сил в буквальном смысле слова, поэтому не всегда материальные блага содействуют выздоровлению, и врачи часто говорят, что именно эмоциональный фон иногда является ключевым. Вот. Поэтому здесь мы эти акции проводим в большом количестве, я уже повторяюсь. Можно я еще кое-что анонсирую? Забыл. Да. Вспомнили про моего брата, про кино. Да. Я забыл сказать, что мы закончили съемки художественного телесериала для телеканала СТС. Это комедийный сериал про цирк, который рабочее название на сегодняшний день называется «Сальто-Мортале». Я один из продюсеров. Мне очень приятно сейчас осознавать, что другие сопродюсеры нашего сериала – это те люди, которые сделали, на мой взгляд, очень качественный сериал «Слово пацана». Это та же команда, которая параллельно работала над сериалом и «Сальто-Мортале». Мы закончили съемки, сейчас монтируется сериал. А вы там снимались? Мы с братом сыграли эпизодические роли по настоянию режиссера. Он говорит: ну, цирк и Запашные не появились, не сходятся. Очень странно, да. Вот, да. Я не очень хотел, честно говоря, потому что являюсь сам продюсером этого сериала, но режиссер очень настоял. И вот в следующем году, пока не будем говорить, когда именно, но в следующем году будет премьера нашего сериала. Будем с нетерпением ждать. Спасибо. В развитии тем, Сергей Григорьевич, тоже про поддержку. Много ли подобных обращений? И, конечно, ну, я не могу не спросить про поддержку детей, участников специальной военной операции. Вот насколько к Новому году становится больше подобных обращений? Как вы сами, может быть, организуете эти встречи, исполнение этих желаний? Может быть, даже напрямую к вам не обращаются, но доходят по сарафанному радио, как Эдгард сказал, вы же очень хорошо работаете в цирковой отрасли, сарафанное радио. Вот насколько часто и какие желания в этом году можете отметить, какие интересные показались? Я в первую очередь хочу сказать, что у нас в 30 действующих цирках в России, от Владивостока, еще раз повторюсь, до Санкт-Петербурга и до Сочи, есть специально ответственный человек. В каждом цирке
именно «Елкой желаний» занимается Дед Мороз. В каждом цирке в манеж выходит Дедушка Мороз, и он как раз у нас ответственный за то, чтобы и дети, и взрослые, кто хочет получить какое-то цирковое желание, обязательно его получил. Поэтому у нас все происходит с волшебством, с Дедушкой Морозом, и мы рады тому, что к нам очень много и часто обращаются. Конечно же, мы все желания на 100% удовлетворяем. Они все очень интересные. Выделять кого-то не хочу, потому что любое желание, будь то зайти в клетку с тигром, или же просто посетить цирковое представление. Это, конечно же, для нас всегда то, чему мы служим, и с радостью это выполняем. А по специальной военной операции тоже у нас есть чем гордиться на этот Новый год, потому что в каждом цирке нашей страны одно отдельное представление отдано семьям наших ребят военнослужащих, которые находятся на сегодняшний день в зоне специальной военной операции или там находятся дома и со своей семьей могут сходить на наш спектакль. И я очень рад, что у Эдгарда и эскорта Запашных не получилось в этом году отработать в большом московском цирке. Они со своей программой, они все-таки у нас одни, но этот Новый год ребята будут праздновать в Самаре, в самарском цирке, где также они отработали мероприятие. И все, кто к нам еще дополнительно обращаются по посещениям наших цирков, конечно же, наши двери всегда открыты. И мы только с открытой душой и с распростертыми объятиями. Спасибо. Спасибо большое, Гей. Ну, тоже попрошу вас добавить про исполнение желаний. Что запоминается в этом году? Вы знаете, я хочу проанонсировать то, что 24-й год – это год, когда компания «Росгосцирк» будет исполняться 105 лет. Это нужно сказать, потому что знаковое событие, и все фестивали, все мероприятия, которые будут проходить, это будет приурочено к этой знаменательной дате. Супер. Коллеги, кто из СМИ здесь присутствует, пожалуйста, если у вас есть вопросы справа и слева, подходите, пожалуйста, к микрофону, представляйтесь, кому вопрос, и здравствуйте, задавайте. Юлия Федорова, Вести 48. Вопрос к Эдгарду Запашному. Сегодня неоднократно прозвучали слова о том, что животные в цирке – это такие же артисты, как и люди, члены семьи. Вы периодически в интернете всплывают видео, где вы и другие сотрудники цирка бьют животных палками, бросаются тумбами. Как вы можете объяснить использование таких методов? Здравствуйте. Я могу это объяснить прежде всего вашим желанием сделать жареный репортаж и вашим нежеланием разобраться в ситуации. Мой брат уже выпустил 2 документальных ролика, где подробно разобрал произошедшее. Но вы почему-то не пытались найти эту информацию, вам хватило негатива. Вам этого достаточно. Я, честно говоря, не знаю, что это за канал, канал 48. Вот. Это ВГТРК Липецк? Да? Вот. Но на федеральных каналах, на Первом канале был большой разбор в программе Пиманов. Человека-закон. Человека-закон. На Вести Россия был большой материал, который тоже хорошие журналисты разобрали, посмотрели. Чего и вам желаю. Вот и все. Все, что нужно, уже сказано. Искать негатив вы найдете легко. Другое дело, если у вас желание, потому что я даже чувствую в вашем вопросе желание предоставить материал так, как он уже сформирован в вашей голове. Бьете палки. Вот вчера во Владивостоке, позавчера, мальчишка погиб на ринге, 14-летний парень, бокс. Вопрос, ваш канал уже сделал материал о том, чтобы запретить бокс или нет? Нет. И не посмеете. Правильно? А цирк почему-то очень удобно постоянно обливать грязью. Вот и все. Мы обращаемся к вам, чтобы узнать обе стороны.
Ну, на самом деле, коллеги... Нет, ко мне не надо обращаться, я вам говорю, вы бы уже нашли все ответы на ваши вопросы, если бы хотели. Другое дело, что вы не хотели. У вас было достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалом второй стороны. Но вы этим не занимались. Признаете это? Ну, на самом деле, я здесь... Сейчас, секунду, важный момент. Вы признаете это? Я изучала разные стороны, смотрела и ваши комментарии. Если вы их смотрели, тогда нету смысла повторять. У вас есть желание повторять? Для чего? Одно и то же по кругу. До свидания. Я просто хотела сказать, что на самом деле тема настолько уже отработана, связана с этим. Мы просто уже все стороны высказались, кто понимает в этом, не понимает, профессионально, непрофессионально. Поэтому задавать такой вопрос в рамках нашего мероприятия, ну, это просто демонстрирует, ну, извините, ваш непрофессионализм как журналиста. Поэтому просто эта тема со всех сторон уже в информационном поле освещена под разными углами, но, тем не менее, она уже просто... Ну, я не знаю, что еще сейчас, Эдгар, все коллеги должны сказать. Да, Сергей Григорьевич. Я просто знаю, что в Липецке нет цирка, и вот, может быть, вам не хватает, да, не хватает Сергей информации. Сергей Григорьевич, открываем филиал срочно. Не хватает информации, поэтому я лично вас приглашаю в любой из наших филиалов, чтобы вы смогли посмотреть, как люди работают с животными. Да, а собирать то, что вам хочется, да, или там как-то негативно это показать, на самом деле, ну, это все просто нечестно и неправда. А нагнетать ситуацию для того, чтобы получить какой-то рейтинг или, может быть, там зрителя какого-то, но это неправильно. Придите в любой из наших цирков, любой, я вам не хочу там какой-то предложить на выбор, да, где мы будем готовиться, в любой цирк, в любой день я вам составлю компанию, мы поедем с вами и посмотрим, как животные на репетиции работают с дрессировщиком. Можно одну минутку? Я хочу объяснить другим присутствующим, почему я так отреагировал. Вы же видели это в интернете выражение, которое очень часто крутится. Волк слабее льва, но волк в цирке не работает. И вот множится такой стиль, причем под своей же фотографией, типа он волк. Легко забиваете в интернете волк в цирке и сотни фотографий. Сотни. И видео. Вопрос, для чего ты тогда это постишь? Но это же неправда. К чему это я? Журналист легко разберется. Очень часто мы не используем даже форму журналистского расследования. Потому что для того, чтобы найти ответы на ваши вопросы, вам даже к Запашному не надо подходить на пресс-конференции. Вот и все. Вы легко найдете при желании. Но этого желания, к сожалению, у вас нет. У вас есть желание с сегодняшней пресс-конференции уйти с готовым репортажем. И это было видно в вашем вопросе. Спасибо вам большое. Давайте другим передадим микрофон. Спасибо за ваш ответ. Пожалуйста. Давайте, если есть вопросы, переходим. Если нет, Эдгар, я прошу вас еще несколько слов сказать. У нас всегда, и мы с нетерпением ждем всегда мероприятия с Росгосцирком, с вами, потому что всегда у нас есть сюрприз. Но в данном случае, наверное, я так понимаю, нужно пояснить, да, что за сюрприз нас ожидает, потому что... Сергей Григорьевич уже сказал, что компания «Росгосцирк» проделала большую работу для того, чтобы заполучить новых артистов. Кстати, не все артисты это купленные или там привезенные откуда-то. Хищники, особенно хищники в цирке размножаются великолепно. Это лишний раз доказывает, что мы хорошие папы, хорошие мамы, создаем условия для наших вторых семей. И вот сейчас на манеже Большого Московского цирка работает молодая артистка. Она представляет компанию «Росгосцирк». Ее зовут Луна. И она работает вместе со своим дрессировщиком Муратом Хадыровым. Давайте пригласим. Давайте вот из этой двери коллег пригласим. У нас даже табличка. Да, даже табличка есть. Коллеги, заходите, пожалуйста. Я так настороженно... Давайте мы пригласим. Коллеги, мы вас ждем. Без аплодисментов они хотят заходить? Ну, давайте мы обеспечим аплодисменты. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, Мурат. Здравствуйте, Луна. Боже мой. Почему обезьяны моднее нас одеты? Мне кто-нибудь может это пояснить?
Садись. Здравствуйте. Да, Мурат, здравствуйте. Ну, рассказывайте, Мурат, познакомьте нас, пожалуйста, с нашей гостью. Крайняя правая кнопочка микрофон. Кто это? Сколько лет? Меню? Это шимпанзе по кличке Луна, по имени, куплена Росгосцирком с Ялтинского зоопарка. Живет у меня уже почти год. Выпустились мы через месяц после того, как она ко мне приехала. И вот сейчас нас пригласили в Большой Московский цирк работать вместе с ней. Мурат, какие любимые блюда у Луны? Какие? Вот в тот раз был Микки, там вы говорили, у него борщ, есть... Борщ, глазированный сырок. Ну, это девочка, она больше любит сладкое. Шоколадки, конфетки, но, к сожалению, много не даем, потому что нельзя. В Ялтинском цирке она... В зоопарке. Были, ну, неприемлемые условия? Что произошло? Почему приняли решение? Нет, это единственное место сейчас, на данный момент, где в России рождаются шимпанзе. Ага. К сожалению, больше нигде у нас в России нет. Там просто сидят две пары, две девочки и два самца. И у них идеальные условия для того, чтобы они рождались. И вот там рождаются. Какого она возраста? Ей 4 года. А, 4 года. Да. Так, расскажите, в каких номерах принимает уже участие? У нее свой сольный номер. Ну, еще бы. Да, сейчас она выступает в роли канатоходца. Со временем, лет в 5, мы восстановим номер ресторан. Когда она уже подрастет и больше мелкой моторики будет готова, мы создадим другой номер, который ближе к человеку. Так, она хочет что-то сказать. Но она хочет сказать Нет, что-то. Она нюхает. Она как дотрагивается, потом нюхает и запоминает, что это, смотрит. Так же с людьми она может понюхать или потрогать, потом себя нюхает, ну, руку, и запоминает звук. Она будет пить из стакана? Да, а давайте попробуем ее налить. А потом мы можем ее одной конфеткой угостить? Да, можно. Ага, ладно. Есть. Самый близкий родственник человек. О. Скажи, там было кофе, там было вкуснее. Мы только что кофе просто. А она еще кофе пьет? Ну да. Там с молоком она любит. Понятно. Ну, плюс оно сладкое, это чистая вода. Ну да, не так интересно. Не так интересно. Да. Но не могу не спросить про одежду, Мурат. Обратите внимание, поставил. Да. Микки. Знаете, Микки, когда приходил, тоже мы обратили внимание, одет моднее многих сидящих в президиуме, не в обиду будет сказано. Вот откуда красоту такую подбираете? В магазине сами выбираем, смотрим. Детских, да? Да, у меня со мной работает моя теща, и всем гардеробом, и остальным занимается она. Она к ней, да, к ней как к дочке к своей. Они общий язык нашли. Как принимают ее сородичи? Как приняли в начале ее сородичи? Ну, она живет сейчас, у нас большое помещение, у нее свой вольер, свое спальное место, и там с ней еще лемуры. Попугаи, у них тоже свой вольер, она с ним достаточно хорошо относится. Ну, и бывает, конечно, там лемур убежит, она начинает, типа, поймать надо. Но, слава богу, никакой агрессии. Так, не балуйся, сейчас. Я чувствую, да. Но мы заменим, господи, что нам стоит микрофон заменить? Мурат, еще такой вопрос задам. Вы достаточно строгий воспитатель. И в тот, к сожалению, в тот... нет. Ну ладно, в тот раз мы помним, как с Микки вы так очень... Ну это мальчик, там это совсем разные вещи. Вот, например, она девочка, и я сглупил, возле нее поцеловал свою супругу, все, она ее терпеть не может. А с мальчиками чуть по-другому. Она женщина, и прям иногда, если что-то не хочет, ты пробуешь это, она в истерику впадает, ей бесполезно все. Ну, вообще никак. И еще задам вопрос. Ну, на самом деле, кто так или иначе знает или знаком там с цирковой... хочет... Ну, да пусть залезает, что уж. Правда ли, что в окружении человека, вот в таких условиях, в которых сейчас живет Луна, там и про Микки, мы тоже задавали этот вопрос, живут дольше шимпанзе, чем в неволе? Да и это не только шимпанзе касается, это всех, в принципе, животных касается. Во-первых, они социализируются и учатся общаться с людьми. А почему дольше? Потому что в каждом цирке есть ветврачи,
все условия, но вы сами понимаете, животное дорогостоящее. Плюс в него вложено очень много труда, чтобы там отрепетировать, подготовить там какой-то номер. Гия, она хочет ваши часы снимать, часы Гия. Все. И для того, чтобы она работала, все условия создаются. Естественно, малейшая сопля или что тут окружает ее, ну, любое животное окружает и начинает лечить. Тут, я считаю, из-за этого они дольше живут. И, Можно, Эдгард, конечно. Раз вы затронули тему, я веду свою программу, она называется «Живая природа с Эдгардом Запашным» на радио «Спутник», и я не однажды поднимал тему о нехватке территорий в дикой природе, и сейчас на постоянной основе фиксируется противостояние, вы не поверите, между шимпанзе и гориллами за территорию. При всем при этом шимпанзе в этой конфронтации выигрывают, потому что, давайте, может быть, кому-то интересную информацию, используют подручные средства. Казалось бы, горилла больше шимпанзе, но шимпанзе берут палки, берут колья и в буквальном смысле слова убивают горилл. И это уже становится проблемой, потому что шимпанзе начинают преобладать на территории с гориллами. Это уже в некоторых странах является серьезным вопросом. Поэтому борьба за выживание, борьба за территорию в природе. Я очень часто говорю с зоозащитниками на эту тему, говорю, ребят, прекратите идеализировать природу. Там выживание. Там выживание. Свои законы. Поэтому здесь по многим аспектам, конечно, в цирках и в зоопарках животные живут кратно больше. Вот это важно отметить, кратно больше. Мурат, еще один вопрос вам задам и отпустим. Грядет новогодний период, праздники, новогодние представления. Задействована ли где-то наша с вами артистка Луна? Если да, где можно увидеть, посмотреть? Может быть, наши зрители, которые нас сейчас видят, тоже захотят прийти полюбоваться. Сейчас в Большом Московском цирке работает программа «Больше-меньше». Она участвует, и не только она участвует, еще участвуют мои животные лошади и номер... экзотические животные, там попугаи, дикобразы, так что будет очень интересно, приходите. Гастролируют? Да. Нет, а гастроли бывают у... Да, ну, мы гастроли вот, же цирка. Вот недавно приехали из Перми, приехали сюда на новогоднее представление работать. Ну, значит, будем ждать, будем приглашать гостей. Спасибо, коллеги. Если мы вроде все так основное осветили, если есть что добавить, пожалуйста, дадим вам это время. Если нет, благодарю всех за это мероприятие. Отпускаем на наших друзей. Да, благодарим за этот тоже сюрприз и всех спикеров, которые сегодня подводили итоги цирковой компании Росгосцирка и цирковой отрасли. Я всех благодарю. Ждем вас снова в пресс-центре ТАСС. Наше мероприятие завершено, а мы идем угощать Луну.